Всем привет! Делаю видеообзор односпальных апартаментов на Майнаме. Нахожусь сейчас в гостиной, она же кухня. Довольно-таки интересные апартаменты. Давайте начнем смотреть с гостиной. Итак, здесь в гостиной у нас есть диван, пара кресел, два журнальных столика, есть комод, кондиционер и потолочный вентилятор. Также есть телевизор с плоским экраном. Проходим дальше. Здесь у нас обеденная зона. Есть пара стульев, обеденный стол такой. Есть холодильник двухкамерный хороший. И здесь у нас зона кухни. На кухне у нас есть электрическая плита. И очень хороший бонус – это духовой шкаф. Это очень классно. Очень хорошая сантехника здесь. Хозяева очень сильно заморочились по поводу этого. Итак, проходим дальше. Здесь у нас спальня, санузел и еще одна комната. Давайте начнем с этой комнаты. На данный момент это пустая маленькая комнатка. Здесь у нас буквально только стул, зеркало есть и маленький столик, и больше ничего. Но хозяин может поставить сюда еще одну небольшую кровать. Либо софу, либо маленькую кровать односпальную, либо детскую кроватку сюда можно поставить. В принципе, помещение небольшое, но как маленькую комнатку можно использовать. Здесь нету кондиционера, но открывается дверь, это раз. И есть потолочный вентилятор, это два. Выходим из этой спальни и проходим в санузел. Здесь у нас достаточно большой просторный санузел. Есть раковина, большое зеркало. Также у нас здесь находится унитаз. И здесь у нас зона душа. Сейчас закрою дверку, чтобы не мешало. Зона душа и также со сантехникой сделана очень хорошо. Вопросов здесь нету. Очень сильно заморочились хозяева по этому поводу. И это очень хорошо. Сантехника необычная, хорошая. Здесь у нас находится унитаз. Итак, выходим из санузла. И здесь у нас большая спальня. В спальне у нас большая двухспальная кровать, прикроватные тумбочки и светильники. Также в комнате есть кондиционер, есть шкаф. Больше ничего в комнате нет, достаточно просторная большая комната, много свободного места. На окнах есть жалюзи, и здесь у нас есть такая задняя терраса. Но это маленькая терраса, есть еще и побольше. Бонусом этих апартаментов является то, что они находятся на углу. И здесь у нас очень большая мансарда. Выходим сюда, и вот это все наша территория. Здесь у нас есть еще один столик, 4 стула, есть вот такой вот скамья-диван с подушками мягкими и потолочный вентилятор. Очень много места, классно подойдет такой для, не знаю, вечеринок каких-нибудь. То есть все закрыто, сюда зайти можно только через апартаменты, то есть другого входа сюда нету, можно через другие комнаты просто зайти, и это очень хорошо. Также эти апартаменты находятся на первом этаже, и у них есть здесь бассейн. Достаточно большой бассейн, есть шезлонги. Все, в принципе, очень классно. Много зелени, тихий район, и мне здесь очень нравится. Ну, на этом все. Всем пока!